Добрый вечер, ребята, отлично. Ой, что ж так все плохо-то? Вот он. Вот. Отлично, что мы сегодня собрались. Отлично, зал маленький, зато мы в тельняшках. Вот, в общем-то, сегодня мы презентуем то, на чем работали целый год. Работали, и вот что из этого получилось. Поехали. Yeah.
друзья. Ух, мы строили, строили и наконец построили. Вот, как говорится. А скажите честно, у кого есть уже альбом на руках? О, ну уже неплохо для дебютного альбома молодой киевской группы. Насчет перспективной или нет, это уже не нам решать. Вот, поэтому мы едем дальше, чтобы она была перспективная. Вот, мы поехали дальше. Будет перспективная группа? Это будет песня Running Away. Oh!
спасибо всем большое, спасибо, что пришли, спасибо, что поддерживаете. О, сейчас тут ребята немного настраиваются, а нам тут уже жарко. Вам, кстати, не жарко? Это хороший признак, банька. Когда баня, это хороший признак, привыкайте к Кинфлеймсу, вот, который будет довольно скоро. Все ждет селедка. Вот, а пока у нас тут немножко сардины, поэтому... Ну, сейчас тут ребята что-то настраивают. Что-то какие-то... А, это гитара, да? Точно. Я совсем забыл. В общем, следующая песня, которая, естественно, как бы она могла не войти на наш альбом, называется Point of No Return. Ah!
Спасибо, ребят. Как дела вообще, а? Отлично! О, это уже другой вопрос. Ух. Сейчас мы все-таки вспомним, как там поживают шведы у себя в холодной Швеции. Вот. То длинными вечерами сочиняя довольно странный был когда-то еще в начале 90-х мелодик дезметал, но потом он стал популярным. Ой, мы, как говорится, модники, мы не будем отходить от этого, поэтому следующая песня — это кавер на группу. Отлично. Behind Space. Давай! Дай сюда, я. Съездили в солнечный город Гетеборг. Все уже достаточно нагрелись, разогрелись. Да, и веничек никто особо, наверное, не захватил, а зря. Стоило бы это продумать, конечно, но, извините, не ушли. Каждому по веничку при входе. Следующая песня, по-моему, у нас, что там у нас, по идее? Песня называется «Bloody Field». В переводе означает «кровавое поле». Да, жуть на самом деле. Страх и ужас. О, да, кровавую баню, давайте. Или эту песню во время переходим в кровавую баню.
Витязь, я тебя любил. Витязь, я тебя любил.